Техника, отправленная из Югры в зону проведения специальной военной операции, достигла адресатов. Мы уже сообщали, что предприниматель из Нижневартовска подготовил и передал для российских военнослужащих 3 автомобиля. Один из них – Нива, предназначен для югорских добровольцев. Ее загрузили шанцевым и электроинструментом, стройматериалами и автопокрышками, а также бензопилой, генератором и тепловизором. Машину своим ходом пригнали на передовую и накануне вместе с посылками вручили бойцам. Сегодня мы передаем вот этот автомобиль нашим парням. Держите ключи. Автомобиль заряжен. Много всего лучшего. Давайте, парни, вам победы. Привет, МАУ, Югра. Особо, в частности, Нижневартовск, Сургут, Питер, ну и всем городам. Нам привезли очень хорошую помощь. Она нам очень пригодится. Реально вам, говорю, пригодится. И нам поможет в нашем деле. И в правом деле. Ребята, большое спасибо Красной Звезде. Спасибо вам за подарок. Подарок рабочий, очень нужный, очень важный. Поэтому, надеюсь, скоро буду дома.